Знаешь, я уже 20 лет нахожусь в Тристане. И всякое многое повидал. Да, нас понемногу. Поначалу город был разрушен. Затем нас все становилось больше, больше. Я защищал от всех демонов. Затем понемногу все скатились. Построилась таверна. В общем-то, и все на этом закончилось. Понимаешь? Вот. Евгений? Евгений, ты здесь? А, да-да-да. Вот ты смотришь, то банка варенья, не обращай внимания. Но теперь, когда мы вместе, поначалу я был один, теперь у нас двое. И знаешь, через время скоро потянутся еще люди с таверны, я надеюсь. Они увидят, чем мы занимаемся, и вскоре мы восстанем, и у нас будет... Боюсь, я не дождусь, когда появится у нас новая армия, так что я думаю, буду действовать сам. А ты лучше охраняй Тристан, ты здесь нужен. Так, ладно, мне нужно идти. В общем, сейчас увидимся. Валар Моргулис. Всем привет! Мы продолжаем проходить Инквизитор. Итак, мы остановились здесь, вышли из дома охранника нашего генерала. И пойдем крошить на кладбище. Я уже не помню, честно говоря, чем закончилось. Предыдущая серия. По-моему, там паночку нашли, да? Так, какая там? Текс. Я, честно говоря, уже забыл, как использовать магию. Так, ну вроде как обычно, как оружие. И куда идти, я тоже забыл. Ой, не в ту сторону. Итак, мы прибыли в церковь. Я даже боюсь чего-то начать. Я уже все забыл, как его биться. Но историю я помню. Единственное, что я пока помню. Вот здесь зал, кстати, очень красивый. Я, по-моему, не рассказал о том, как он выглядит. Но мне очень нравятся вот эти витражи, особенно огромные. Они очень круто смотрятся. Так, у нас 128 маны боевой. Это очень хорошо. Так, левый кулак вроде как болт. Правая торч. Вроде бы так. Ой. Так. Ага, у нас есть. Блин, я не помню. Вот эти баночки берутся с собой или мы их сразу хаваем? Еще взял. Ладно, давайте поглядим, что здесь. У нас здесь гроб, с которым нужно сделать что-то. Не знаю, что. Главная дверь какая-то куда-то. Вот эти штуки похожи на такую руку. Будто бы. Так, ладно. Повсюду христианские. Что это было? А, там же соседняя комната еще. Точно. Идем туда. Там будет нелегко, насколько я помню. Так. Думаю, болтом их позбиваем. Ой-ой-ой. А, вон ты. А, нет. Ай-яй. Так, у нас два болта всего лишь. Дай бог, чтоб хватило. Это может понадобиться. Воу-воу! Так, что это такое? Это электричество. Отлично. На него, по-моему, меньше всего тратится. Да, тратится, но немного. Хорошо, с этим мы разделались.
как по-новому начал проходить, новые такие ощущения обновились. Так что в каком-то роде это пошло даже мне на пользу. Иди сюда. Мне интересно, что мы взяли? Так, и надо будет... Так, давайте подстрелим бобину. Вот она. Ох, нифига себе. Целая армия. Так, будем их болтами кромсать. Может... А! О! Кажись, попало. Ой, сколько здесь штук всяких. Чувствую, здесь у нас будет борьба серьезная. Хорошо, мне бы как-то подняться к ним. Потому что это... просто обстрел. А! Колодец. Ой, сколько я маны потрачу. Просто в никуда. У меня мана почти закончилась. Обалдеть. Также мне Shadowman предлагает бегать почаще на базу к Филиппу, чтобы залечить свои раны. Я не знаю. Да что ж такое? Вот здесь что-то двигается. Откуда ведется обстрел? А. Ой, как... Тяжело, тяжело видно. Есть! Попал. Кстати, я, по-моему, болтом двоих убил. Так, давайте запишемся. Несмотря на... Ай-яй-яй. У нас последняя стрела осталась. Что? Куда я попал? Так. Ладно, давайте. Ой, как присесть? А, вот как. Это интересно. Да ёх, карный бабай. А, еще с другой стороны. Ай. Да я не могу. Неужели мне на базу надо пилить? Ай. Не то. О, 8 хп. А, бежим на базу. А. Ушел. Да, кстати, давайте прочитаем заклинание. Что она нам дает? А, мудрость. 13. Хорошо, у нас есть цель. Будем поднимать мудрость. У нас очков, собственно, хватает. Я пока берегу для одной цели. Сколько она важная, сказать трудно. Так, я запутался. О, куда идти? Ага, вот сюда, да. Вот здесь поле побоища было. Идем сюда. Так, пытаемся устранить палатку. Вот здесь хорошо их зажимать. Да. Теперь нужно так же сделать, только с другой стороны заходим. Конечно, получается не совсем все гладко. О, неужели я это убил? Так, давайте запишемся. Хорошо. Так. Думаю, можно приступить к поиску. Что за звуки? Ладно. Нужен крест животворящий. Такой, как отсылка. Прямо к фильму. Так. Хорошо, крест. Нам нужен крест. И, возможно, мы здесь прогоним зло. Наконец, раз и навсегда.
Я ожидал. Хорошо, это в принципе не было неожиданностью. Не знаю, стоило ли это того, но я ради того, чтобы просто перебить, как минимум, только ради этого и сделаю. Просто я чувствую, все равно буду проходить в этих местах почаще, дабы найти нужную мне вещь. Заперто, да? Разбить нельзя. Мне нравится вот это электричество тем, что если оно никуда не попадает, то мана не тратится. Это очень круто. Хорошо. Воу! Это, по-моему, самострел. Здесь надо пробираться. Так, возьму-ка я кое-что. Вот так вот. Воу! Нет, это не самострел. Ай! Ну, блин. Коряво получилось. Ладно, нет здесь никаких самострелов, я понял. Темно. О, у меня есть торч. А как же его применить, я забыл. А, вот, F. Я вспомнил. Точнее, не то чтобы вспомнил. По большей части я... Так. Большую часть я так нащупал. Заперто. Торч эта штука очень хорошая. Поклон у меня не так много, а маны здесь зеленый валяется. Заперто. Ого-го, как заперто. Много. Да давай. Отлично. Так, жизнь у меня снова мало, я чувствую, скоро по новой придется идти к Филиппу. Заперто. Такие вот забеги. Заперто. Воу. Ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Блин, я здесь не сохранился. Это же надо. Ладно, в принципе, более-менее с минимальными потерями. Так. Поехали дальше. Над головой, неужели? О, двоих. Хорошо. Так, сейчас будет очень сложно. Так, их по-хорошему было бы взять бы зарядов побольше. Ой, я не сохранился. Ой, дурак. Уа! Ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой, закончилось. Сейчас все это обычный воин. Так, факел. Ой, здесь факел. Ой, как нужен. Ой, нет, нет! Ау! Блин. Как так можно? Ладно, нам нужно поспать. Итак, сколько у нас мудрости? У нас мудрости 11, а надо 13. Но у нас вроде бы в запасе еще есть одна возможность. Вот она.
Что? Одна возможность. Так, ловкость, мудрость. И ничего не произошло. Я в смысле, что, по-моему, раньше пополнялись заряды, патроны. Видимо, я с чем-то с другим спутал. Просто на уровень перешли другой. Вот и все. Ладно, окей. Значит, так смуфлевать не получится. Итак, мы добрались уже сюда. Я повысил мудрость до 12, как вы видели. И, собственно, не получилось то, что я планировал. Ладно. Зараза. Пал. Еще одна. Так что жизни у нас по-прежнему мало. Так, на этот раз я запишусь. Но, в принципе, завалить их не так уж и трудно, если есть чем. Если есть магия. Отлично, хорошо ушли. Так, сейф. Да, почаще нужно записываться. Воу! Чёртовы маги. Ай! Ну ладно, хоть недалеко. Уже не так жалко. Не так болезненно. Так, я так понял, куда не попаду я. Ой, куда не стрельну, я все равно попаду, так что. Ах! Ой, как хелится, как хелится, как хелится. А! А! Да блин! Вот. Ух! У меня закончились. Мана закончилась, я думаю. Почему я не могу атаковать? Ух, ух, ух. Да откуда ты взялся? Твою мать. Нужно бежать. О! Закрыли. Так. Кто маг? Здесь он один. Интересно, это маг был? Надеюсь. Ладно, по-моему, на мой взгляд, было... Прошло все удачно. Я забыл, честно говоря, абсолютно про все. Включаю вот эти бутылочки. Зато магию. Магия вся ушла. Яй. Ах. Падла. Ладно. А, вот это, короче, и есть тот маг. Так, прячемся. Я помню, как с ним бороться. Надо на углу чаще его. Вот, кстати. Да, здесь с двух сторон, значит, можно войти. Вот такие у них маленькие домики. Живут бедно при свечах. Есть своя тумбочка. Это довольно забавно. Такие хоромы. А, я думал, подушка. Ну, подушка есть. Собственно. Так. Хорошо, пополнение. Я надеюсь, безнаказанно могу брать вещи. Так, засеемся. Так, я видел, здесь торч есть. Колчан стрел, отлично. А ну сколько у нас? 35, уже можно. Да, понемногу наводить порядки. Смотрите, кнопочка. Это, наверное, выкат назад. Ой. А нет. Твою ж мать.
Ай-яй-яй. Ай. Даже подобие ревенанта. Так, 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 меч. На углу самену. Так, с этого угла. Иди сюда. Я вам здесь покрошу. Черт. Так. Хорошая штука, факел уже магический, я уже раз повторяю. Но мне нравится. О, у меня жизни мало. Есть. Иди сюда. Хорошо. С него, кстати, нормально денег высыпается. Так, факел заберем. Кто-то богатенько живет, наверное, здесь маг был. Два кувшина. Свой личный факел. Так. А, кстати, нужен желтый ключ. Я случайно увидел. Воу, почему ты красный? Ничего себе. Ой-ой-ой. Ой, да ладно. Я еще на кнопку не нажал. Блин. Ладно, проведем зачистку по новой. Возьмем арбалет. А вон он, сволочь такая. Хорошо. Ну, со стрел, в принципе. Вот если вот, вот здесь стоять, то можно многое сделать. Сколько у нас? А, нет времени смотреть на стрелы. Ай-яй-яй! Ох! Калимся. Так, отлично этот. Есть! Завалил слона. Огромный мешочек с деньгами. Не знаю, сколько много. Но, кстати, у нас накопилось довольно много. 568 золотых монет. Или каких там. Так, надо записаться. В принципе, у нас в запасе жизни еще хватает. Так, разграбим их. Это у них такая... подобие столовой. Но стульчики для них, я думаю, можно было бы и другие изготовить. То есть здесь человеческие стулья, но я думаю, они будут другие. Вот золотой ключ, кстати. Отлично. Собственно, это самое главное. Так, а это их не проповеди. Ого. Старинная книга. Это 10 заповедей, что ли? Так, читаем на паузе. Следующая страница. Третья. И конец. Уй. Вау! Да ладно. А, ну как так можно было? Так. Мужик на скейтборде. Так, ладно. Давайте еще разочек. Я не знаю, есть ли в этом смысл, что я прочитал. Я не то нажал. Ух-ух-ух-ух-ух. Воу-воу-воу-воу. Да прыгай, прыгай. Чувствую себя как... Жекичан. Господи. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ух. Ух. Я его одолел. Смотрите, здесь потайная кнопка есть. Где-то недалеко поднялась решетка.
Хорошо, есть подсказка, по крайней мере. Это очень может приятно. Понадобиться. Вы нашли книгу ремесленника. Вот это действительно круто. Это не эта решетка поднялась, я думаю, это. Хорошо, давайте вернемся к ремесленнику. В следующий раз, видимо, тоже придется нам сюда сходить. Да елки-палки, опять нет, он нажал. Так, у нас 5 стрел. Ай-яй. Так. Я уже путаюсь в клавишах. Ничего не остается уже. Давай, иди сюда. Она немного ранила меня. Так, я надеюсь. Ух ты! Угу. Зараза. Да блин! Так, надо подхелиться. Зараза, поживали все. Так, нет, нужно выбираться, потому что их слишком много, а меня слишком мало. Не хватит у меня ни хп. Да. На тебя я зарублю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин! Как далеко? Вау! Ой-ой. Вовремя подхилился. Ждем. Атакуем! У нас горем пополам, но... Так, надо сохраняться почаще. Все. Не обращай ни на кого внимания, просто пробегаю. О-о-о, аж две штуки. Зараза. Разойдись. Вау. Ой-ой-ой, все, жили. Я, в принципе, чувствовал, что вот такое, что подобное будет. Все, смотались. Так, хелимся. Я думаю, будем набирать еще ману. Так, ну для начала отнесем книгу, значит, кузнецу. Возможно, из-за этого у нас поднимется мудрость. А вместе с этим... Так. Стоп, куда идти? Я запутался. А, ну да, надо же сквозь пещеру сначала пройти. В общем, поднимется мудрость, а вместе с этим мы сможем научиться новому заклинанию, и с помощью них, я думаю, мы более проще разберемся. Вот, если я не ошибаюсь, это заклинание у нас защитное. Так, сразу забегаем к Филиппу. Так, лечится. Хорошо. Обрадуем кузнеца. Ох, я думаю, мы с ним задружимся. Забухаем. Ради такого-то. Как тебя звать? Вакула! Точно. Здравствуйте, сударь. Добро пожаловать в мою кузницу. Давайте, как дела? Спросим. Ты с Оксаной... мы с Оксаной живем в Тристане уже 20 лет. Да, я помню. Так, слухи. Давайте слухи. Я просто уже забыл. В катакомбах под старой церковью спрятано немало сокровищ. Веками копились они, чтобы в трудный час послужить правому делу. Обстоятельства ловушек и стражей, которые стерегут эти сокровища. Да, знаю, знаю. Вот эта книга. 700 единиц опыта. Отличная работа, ты нашел книгу ремесленника. Теперь я могу изготовить шоковые стрелы
для легкого арбалета, которые поражают врага электрическими зарядами. Возьми же награду, друг мой. Спасибо. Думаю, это мне пригодится. Конечно, пригодится. Так, ну и что ж. Идемте в таверну пока. Интересно, новых сообщений не прибавилось? Нет. Так, нам еще не хватает 6000, точнее 5108 очков. Вот. Чтобы у нас добраться, чтобы мы добрались до мудрости. Вот. Очень прикольная история, мне очень нравится. В общем, если вам понравилось, тоже поставьте лайк, подписывайтесь. Также можете посмотреть мой новый канал. В описании под видео будет ссылочка, можете туда посмотреть. Вот. А прохождение мне очень понравилось. В общем, продолжим в следующий раз. Так что, в общем, до скорых встреч. Всего хорошего. Пока-пока.